меня знакомство с Kanban началось с кнопки Create Kanban Board в Jira. Ну, щеглы. По-русски слово «обеспечение», по-английски слово «delivery» означает буквально одно и то же – лишение человека печени. Ага, так работа, она не в том, чтобы тикеты передвигать. Прикольно, прикольно. Нас стало вот трое, и мы попали в ту же самую ловушку, когда в команде становится больше людей в любой команде. Пришло время как бы взять эту тарелку и съесть кашу самим. Привет, друзья! У нас сегодня с вами интересное интервью, и у меня в гостях Максим Фролов. Максим, привет! Здорово! Не зря мы тебя позвали, мы тебя знаем достаточно давно, и как хорошего профессионала ты выступал на наших конференциях уже много раз. Вот, и решили мы с тобой записать интервью, вообще, в принципе, поговорить о профессиях, о твоей профессии, о том, где ты работал, а самое интересное, интересен твой путь вообще в Kanban и так далее. Не секрет, наверное, да, будет рассказать на нашу аудиторию, где ты сейчас работаешь? Я сейчас... Говорят, что не секрет. Говорят, что не секрет. Тебе по секретным каналам передали. Да, да, типа, да, можешь, да, говорить. Окей, все, давай. Тинькофф, Тинькофф касса конкретнее, если быть. Я там delivery лидом работаю, типа team lead delivery менеджеров. Вот это какая-то новая интересная профессия. Такое ощущение, что... Ну, ты знаешь, да, вот эту старую шутку из разряда, что по-русски слово «обеспечение», по-английски слово «delivery» означает буквально одно и то же. Лишение человека печени. То есть как бы... Отсюда вопрос вообще, чем delivery менеджер у вас занимается? И вообще, кстати, delivery менеджеры в разных компаниях отличаются ли? Расскажи, как у вас. Отличаются, причем реально отличаются. В других компаниях часто это бывает какой-то прокачанный, например, руководитель проекта, project менеджер. У нас delivery менеджер — это что-то вроде такой... владелец продукта, и его продукт — это производственный процесс. Мы его, вот этот вот продукт развиваем, там есть свои пользователи, свои метрики у производственного процесса, вот это вот все. И мы как владельцы отвечаем за развитие вот этого продукта. Общая идея примерно такая. Ну вот знаешь, меня триггернула в твоем рассказе фраза «владелец продукта». Владелец продукта — это роль на самом деле как бы из скрама, то есть у вас какая-то agile инициатива развивается в компании или как? Что? Расскажи. Наверняка многим будет интересно про эту тему. Меня на самом деле уже спрашивали, мне сказали, не говори product owner, это из скрама, говори владелец продукта, это из русского языка. Типа вот так вот. Окей, хорошо, поймал. Но общая идея, да, то есть мы изучали, пытались посмотреть, как же все-таки сказать, что человек отвечает за какой-то продукт, и поняли, что вот эта вот парадигма владельца продукта, она нам очень... импонирует. Это человек, который несет ответственность за развитие, за... Мы Тинькофф, в принципе, очень data-driven компания, то есть свои метрики процесса. Мы все время интересуемся тем, развивается ли этот процесс, можем ли мы как-то это доказать. Соответственно, вот эта вот история с владельцем продукта, она нам прямо легла. Что вот ответственность за процесс между командами, вот эти вот в трещинах, обычно никто не несет. А у нас получается, что вот, есть отдельный человек, вот, пожалуйста, здравствуйте, это он. А, знаешь, это у многих компаний, которые там сейчас... гибкие подходы применяют, есть там своя какая-то история, связанная вот название компании плюс что-то agile, да, там у вас есть agile какой-нибудь? Нет, у нас на самом деле было бы прикольно, если бы какой-нибудь был agile playbook или что-нибудь в этом роде, чтобы это можно было внедрять, нет, на самом деле нет, нас часто ассоциируют с канбаном, говорят вот Тинькофф, там у них канбан прямо вот там на высоком уровне развивают, на самом деле получается, что у нас каждый delivery менеджер выбирает сам, с чем работать ему, с чем не работать, какие процессы применять, как их улучшать. Так что какого-то плейбука у нас как такового нет, не сложилось. Некоторые говорят, что «а вот он нужен». Но пока что те, кто говорят, что «чуваки, давайте как-то пытаться это делать более контекстозависимо», вот эта точка зрения сейчас побеждает у нас. Прикольно, прикольно. Ну и насколько такая вот профессия delivery менеджера, она вообще в принципе востребована? Или у вас там единицы и все? На Тинькофф нас больше 50. Не то чтобы типа там дикое количество, но и уже не 2, не 3 человека. Мы сейчас ищем очень активно людей себе, и мидлов, и сеньоров, и лидов, потому что работы дофига, и получается, что, исходя из этого, я могу сказать, что да, востребовано. Действительно нужно, потому что мы видим профит от этого, от того, что процессы улучшаются, становятся лучше, больше людей становятся вовлечены в это улучшение производственных процессов, соответственно, ну да, действительно востребовано, по крайней мере, внутри Тинькофф я точно могу сказать, что востребовано. То есть еще и ищете людей, что ли? Да, 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 да. Нифига себе. Наверное, мне не простят наши подписчики, если я не знаю,
задам такой вопрос, а удаленная работа у вас есть или только в офисе? Кстати, еще тонкость, не только удаленная там где-нибудь из Новосибирска, Екатеринбурга, а из соседних стран, можно ли у вас работать, бывшая СНГ хотя бы? Есть, мы очень любим и Новосибирск, и Екатеринбург, но кроме этого, да, в СНГ мы тоже, получается, удаленно разрешаем работать. Я думаю, надо дать тебе больше поговорить в этот раз, поэтому... Я начну с таких далеких вопросов. Вот, то есть ты много раз повторил уже слово «канбан». Мне интересно, наверное, с чего вообще твое путешествие началось? Потому что я уже, честно говоря, не помню, как мы познакомились и как ты пришел учиться. Вот скажи, как эта потребность вообще появилась? Как у многих, наверное, специалистов в СНГ, в РФ, у меня знакомство с канбан началось с кнопки «Create Kanban Board» в Jira. Вот. После я, естественно, вообще не понимал, чем это отличается там от скрамборд и все остальное в те времена. А потом произошла удивительная вещь. Мы интересовались у нашего руководителя, у Кати Свирепа, может ли она нам что-то рассказать, чтобы нам как-то получше стать, какие-то книги прочитать или что-то в этом роде. Она решила привести сразу крупный калибр. На одну из наших понедельничных встреч она привела тебя. А. И ты был такой, типа, ну... Щеглы. Что вам рассказать, типа? Вот. А я помню, как это было. Она приехала и гостила у меня, значит, дома несколько дней, и у нее был какой-то созвон и что-то такое, она мне часть эфира уступила. Да, короче, да, 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 так и было. Вот эта вот пробковая доска с этими бердыкелями. Да. И ты такой, типа, ну, 5 книг, которые я считаю, что нужно прочесть руководителю проектов. Это там вот это, там Талеба почитайте, Голдрата почитайте. Я такой, если это не знак, то что? Типа, у меня на еженедельной встрече появляется Леша Пименов. А я начал с этого активно читать. И потом произошла еще одна удачная случайность. У нас одна девчонка в той компании, ей хотели купить тренинг Kanban System Design. И она сказала, что, типа, нет, я не хочу договор ученический подписывать, мне, типа, стремновато, а вдруг там еще что-то подписываться на деньги. Я говорю, типа, камон, конечно, я подпишу, давайте. Вот. И мы тогда как раз и познакомились. В Питере ты делал класс открытый. Это была компания... Nexign. Это было в Nexign в офисе. Кофе, печенюшки и все такое. Вот. Офис потрясающий вообще. Да, да, у них там классно вообще было. И вот тогда я понял, что ага, так работа, она не в том, чтобы тикеты передвигать, а кажется, здесь все-таки есть что-то вот такое вот более интересное, потому что меня все время коробило, что я там, типа этот, как называют, фронтендеров называют формашлеп, а я, типа, тикет какой-то, тикет это уборщица. Тикет-менеджер, да. Слушай, я первый раз про фронтендера слышу фразу формашлеп. Я скорее, знаешь, другую какую-то шутку про это дело слышал из разряда, ну ты же верстальщик, фронтендеров не обижайтесь, короче. Там здесь, ты же верстальщик, наверстай мне упущенное, да? То есть опускать фронтендера до верстальщика и еще и так говорить наверстай. Мне кажется, наверстай упущенное — это хотя бы какое-то позитивное движение, типа наверстаю что-то и так далее. А формашлеп, мне кажется, я сейчас больше людей обидел, чем ты своей шуткой. Извините, если что. Но общая идея, я наконец понял, что вот это вот какая-то Get Kanban мы тогда поиграли, и я такой, ага. Статик сделали, я опять же такой, ага, так можно типа поинтересоваться, какой-то этап анализа, вот это вот все. И я познакомился с людьми, которые помимо меня тоже читают. Я помню, мне тогда посоветовали Генри Нива, вот это по Демингу написанная «Организация как система». Мне посоветовали другие книги Талиба, мне посоветовали еще несколько книг прямо вот фундаментальных каких-то. Майка Барроуза я тогда себе купил, вот этот вот «Kanban from the inside». И я начал понимать, что вот оно, типа, чем должен заниматься руководитель, который работу направляет, который пытается сделать быстрее, чтобы было качественнее. И с этого момента все закрутилось. Я работу потом сменил, проработав там 1.5 года, ушел, попробовал, был мой первый успех на иностранного заказчика. У нас была тоже там Jira, что-то еще. Это уже после вот этой компании? После этой компании, да. Я, типа, зарегал Trello просто на свою почту. Собрал все тикеты с джировской доски, все их назвал и раскидал их по этапам всего процесса. От того, что к нам приходит заказчик, который никогда не мог понять, что происходит, и он типа, а вот это еще сделайте. Он всегда думал, что у него time and materials контракт, типа, платят за время. На самом деле у него был фикс контракт, поэтому все его идеи, они типа в мусор всегда улетали. Вот. И я ему показал весь процесс, я говорю, смотри, мы сейчас, ты согласовал нам вот, вот столько вот идей, у нас в 2 раза больше еще находится в разработке.
и в 3 раза больше у аналитика перед разработкой. Я говорю, вот почему у тебя ощущение, что долго. Он такой, блин, так вот как у нас все выглядит. Я, говорит, даже не догадывался. Я думал, что вы типа делаете просто там... И такой, типа, я думал, что вы просто плохо делаете. Вот, и в этот момент у меня случился инсайт, что люди начинают что-то видеть, когда срабатывает визуализация. То есть вроде бы какой-то фундаментальный инсайт, но вот без него было никак. Потом оттуда я ушел и попал к дальше в Регру, к Артуру. Да. И в Регру это уже начало складываться, типа, понятно становиться, что вот, вот, да, вот какие конкретные этапы. Я там проводил свой первый статик, написал по поводу него несколько статей. В Регру же работаю уже, я прошел Kanban Systems Improvement у тебя тогда онлайновый. Это уже те годы были, когда онлайн все стало внезапно, на короткий промежуток времени. Можно я маленькую паузу возьму? Друзья, мы используем кучу разной терминологии. Слово «статик», которое говорит Максим, это механизм аудита вашего процесса, как он есть сейчас, и описание его в виде канбан-системы. То есть, простыми словами говоря, описание его в виде доски. Вот. И задайтесь пока вопросом своим, а ваш заказчик может посмотреть на вашу доску и понять, как у вас там все устроено или нет? Вот. И получилось так, что после Регру я попал в следующую компанию, я устроился туда руководителем проектов и сразу же увидел, вот в этот момент я уже явно увидел, что здесь все друг друга недолюбливают, потому что они плохие люди, типа эти плохие, все плохие. Но при этом, кажется, проблема не совсем в том, что они все плохие, вполне, скорее всего, они все хорошие на самом деле. Но, блин, система, в которой они работают, я тогда уже начитанный дейминга и вот этого всего был, я понял, что тут система определяет поведение людей, а совершенно не люди. Люди просто системе подчиняются, даже не понимая, что она вокруг них существует. Если я правильно помню, что это за компания, я, по-моему, там был. Ты там был? Да-да-да, 2 раза причем. Да. Вот. И как раз там у меня получилась вот эта вот впервые магия, когда ты работаешь с визуализацией, ты настраиваешь правила на вход в систему, что можно сказать, нет, мы это пока не начинаем. И заказчик согласился на это. Да, 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 заказчик на это согласился. И мы, типа, ставим блок какой-то на вход, пока мы не готовы взять, мы делаем лимиты внутри. Мы все визуализируем, мы больше не прячем работу, и мы каждый день собираемся, это я, получается, практики канбана сейчас перечисляю, типа визуализация, прозрачные правила. Слушай, там, меня точно повесит, петли. Если я не спрошу тебя, как тебе удалось убедить заказчика вот это дело. Ты как? Ты ему что-то показал, ты ему объяснял или на базе чего? Там сработала история, что это была всего одна команда, в ней было 10 человек. Угу. Это была худшая команда в компании. И она владела славой того, что там все равно ничего нельзя будет сделать. На эту команду было очень много всего завязано, но как бы на тот момент топ-менеджер, вот как бы до которого я мог вообще с кем пообщаться, она сказала, ну давай, это типа шкура на кону твоя, будешь ты у нас работать или не будешь, что ты собираешься сделать? Я написал подробнейший план. Все действия, которые я буду делать, и сказал, что вот, смотрите, есть вот это в Jira control chart, джировский, который показывает синюю черту, средний lead time. Ну, среднее время какое-нибудь, которое хочешь. Я говорю, вот эта фигня упадет в пол. И я в этот момент такой, будет обидно, если она не упадет. Мне хочется, знаешь, в этот момент заявить, Драгош, снимите маску, потому что эта история вся очень сильно напоминает. Друзья, есть такая книга «Kanban. Альтернативный путь в Agile». Если вы ее почитаете, там есть история подразделения Microsoft XIT, где человек, Драгош Димитрию, пришел и взялся улучшать процессы в самом отстойном подразделении как бы компании. И вот здесь у Максима такое ощущение, что история повторяется. И вот из этого кейса возник сам по себе Kanban-метод. Вот. Рассказывай дальше, пожалуйста. Да, ну, и мы с ребятами вот в этой команде, ребята тоже не сразу, но поверили, я какие-то мероприятия там провел, рассказал, что мы будем делать, как это работает, почему работает. Было очень дофига скепсиса. Ну, я, ребят, могу понять, что происходит, какая-то волшебная магия происходит. Но реально, после вот этих вот простых каких-то изменений, я ребятам смог показать уже через 1.5 месяца. Я говорю, смотрите, синяя штука, вот эта вот линия средний lead time, он пошел сначала вверх, пока закрывалось все старое, а потом он резко упал в пол. Я говорю, смотрите, вот оно. Вот это вот работает. Я говорю, мы встретились с ними на 30 минут где-то. Я говорю, пожалуйста, там, будем честны друг с другом. Было много скепсиса, я прекрасно его понимаю. Давайте проговорим, кто стал работать больше.
а все типа молчат. Я говорю, кто стал работать на выходных? Кто стал работать быстрее, типа быстрее печатать на клавиатуре, быстрее мысли какие-то получать? А, естественно, там все ответы нет. Понятное дело, что это там манипуляция с моей стороны, проговорить какие-то очевидные истины. Mm-hmm. Я говорю, так откуда же тогда получается, что сроки падают? Мы не работаем по-другому, мы не работаем как быстрее или что-то в этом роде, усерднее, но работаем по-другому как раз, и сроки начинают падать вниз. И в этот момент ребята сами заинтересовались, то есть там были тимлид, техлид, они такие, ага. Начали задавать вопросы, ага. И ребята потом, через 3 месяца, когда я из команды вышел, а там топ-менеджеру я просто показал, что вот оно правда произошло, она сказала, ну ладно, типа, там, играйте в свои игрушки, и ушла. А ребята просто ответственно забрали эту тему себе, продолжили улучшать, и, то есть, там буквально вот 1.5 месяца был вопрос того, что больше никто не говорил, что это те чуваки, к которым там, как на кладбище отправлять, это те чуваки, у которых, а можно у вас подсмотреть, как вы дейли ведете? А как вы вот это сделали? А почему у вас вот так вот? И никто больше никогда бы не посмел, то есть, там, сказать, что понятно стало, что это не с чуваками проблема, а просто с организацией работы. Как там возникла потребность? Потому что потом от вас был огромный десант, и я проводил корпоративные классы для вас. То есть каким-то образом сформировалась потребность, и очень большое количество менеджеров пришло учиться. Полгода. Это как-то связано было, да, с твоими результатами? Это был пилот, считай, то, что я провел. Я тогда не понимал, что это пилот, но это фактически был он. Мы провели пилот. После этого у меня появился запрос, типа, Максим, расскажи на широкую аудиторию, что ты сделал. Широкую на широкую, да. Возьми вторую команду и расскажи на всех. Я рассказал на всех, там, естественно, опять сформировался скепсис. Кто-то из ребят сказал, что нет, на самом деле это правда работает, типа он не врет. Во второй команде эффект также начал повторяться. Там были сложнее какие-то зависимости, и там нужно было technical excellence, и вот эта вся история, которую я тогда не мог никак потрогать. Соответственно, он тогда был не такой шокирующий эффект, но опять же все увидели, что вот оно идет вверх, вот оно сразу идет вниз потом. И люди заинтересовались. Я провел 1.5-часовой на тот момент доклад по 6 практикам канбан. Я вообще не говорил, что это канбан, никак не с этим не связывал. Говорил, что нужно визуализировать, ограничивать, там прозрачные правила, вот эти договоренности, петли обратной связи. Это как это? Первое правило канбан-практиков — никому не говори, что ты начинаешь использовать какой-то канбан, чтобы никакого не было там скепсиса и противостояния. Ну, в этом получается, что это просто логичные вещи, что не брать больше, чем ты можешь взять, там, видимым это делать, и вот это, ну, это логика чистая. То есть канбан здесь, он не так сильно нужно говорить, что это он, чтобы понять, что да, окей, давайте сделаем. Ну вот, после этой лекции первый же вопрос у меня был, каким образом, Максим, ты можешь говорить 1.5 часа? Типа подряд. Потом начали задавать вопросы, а что конкретно нужно сделать, а мы что, типа все неправильные получается? Я говорю, все правильные. Это как раз история о том, что все люди правильные, а не совсем правильный формат совместной работы. Вот с ним нужно работать, а не с людьми. Люди работают хорошо, доверяйте им. Такой коуч-принцип, все, ну, окей. Да, и вот после этого как раз сформировался момент, типа, погодите, я не понял. И стало, появилось ощущение, что не хватает информации, нужно об этом рассказать. Все понимают, зачем что-то делать. Как знаешь, в Просай есть критерии откар, типа, ну, да, понимать зачем, хотеть, знать, уметь применять и, типа, закрепить. Вот мы, считай, прошли в этот момент за, там, 4 примерно месяца понимать, зачем и хотеть. И у нас не хватало знать. В этот момент, как бы, я и сказал, кстати, есть один человек. Такой лысый, бородатый. Лысый, бородатый. Или я тогда не был бородатый? Или ты, был ты был точно лысый тогда? Нет, ты точно. Как это? Ты, как бы, ты меня не знаешь, когда я еще был с волосами. То есть, наверное, никто сейчас здесь в студии меня с волосами не видел. Я видел тебя только на видео с волосами. Это... Прости, это комично выглядит. Не, я имею в виду, чтобы совсем не было с такого. Да, совсем-совсем. Совсем с волосами нет. Я даже, мне кажется, на это фото времена не видал. Института, наверное, что-то такое. Окей. Ну вот, да. Ты, получается, создался запрос на обучение, ты его провел. У нас начало это масштабироваться вообще прямо очень быстро. Все начали этого хотеть, пытаться у себя сделать. Там уже не так сильно нужно было мое вовлечение, потому что люди начали понимать. Удалось другим твой опыт повторить? Уронить, да, эту планку, да, среднего? Да. Во всех... В 2 командах, я точно могу сказать про 2 команды, и про другие врать не буду, может быть, у них тоже было, может, не было, закончился бэклог.
О-о-о, шикарно. Они сказали, что так, окей, а что нам нужно делать теперь? Мы, ну, стандартный ответ, типа, канбан там любого специалиста, ну, там, техдолг поделать, типа, рефакторить, что-нибудь, они такие, мы сделали, спасибо большое, нормальные советы есть, то есть, как бы, нам чем заняться-то, нас зачем наняли? А, в том числе и негативный пример, что в команде 4 человека, у них вот этот вот заканчивается бэклог, тимлид начинает выдумывать, что им делать, начинает к архитекторам говорить, типа, чуваки, пожалуйста. А у него начинают расшатываться люди в команде, потому что они говорят, подожди, ты нас сюда нанял, мы очень умные, хорошие, красивые ребята, делать-то что? То есть я не буду сидеть как на скамейке там на галере где-нибудь и просто там ждать в холде. Я хочу чем-то заниматься, предоставь мне задачи. Вот, то есть как бы обратная сторона, которой вообще никто не ожидал, она тоже проявлялась. Вот, и мы эту всю систему строили, строили-строили, она у нас становилась все красивее, мы вышли на этот мультикомандный канбан, мультикомандный фичербан, я твой прорекламирую вашу эту игру. А, вы же ее делали уже на Flow Days. Да, да. Нет, слушай, я ее повторял уже десяток раз. Она с каждым днем совершенствуется. Я сейчас приступил мы к вот описанию. Мы вот это и сделали. Я доклад делал на Agile Days про это. Вот фактически мы сделали мультикомандный фичербан в реальности. У нас появилась верхнеуровневая доска, на которой стало видно затаскивание проектов каждый раз, когда кто-то такой, хочу этот, типа, я сделал, что следующее? И берет и открывает новый проект. И вот эта вот фигня раздувается. И мы поняли, у кого? У Клауса Леопольда это в книжке было, что вы должны ограничивать работу там, где вы хотите ее ускорить. Соответственно, бессмысленно ограничивать работу на уровне каких-то тасок отдельных команд, потому что пофиг, насколько быстро они работают. Да-да-да, это будет фабрика тасок, которая не имеет никакого отношения к проектам. Вот. И получается, что мы хотим завершать проекты быстрее, и их придется ограничить тогда. И вот там вот уже как раз то, что меня спрашивал, заказчикам было трудно на это согласиться, потому что там выплыла самая, на мой взгляд, важная проблема в той компании. Это полная рассинхронизация производственной части и как бы discovery части. Часто это называют конфликт бизнеса и разработки или там конфликт продуктов и тимлидов. Во всех компаниях он проявляется по-разному, но суть в общем одна. То есть люди не понимают, что они в одном процессе, а те, кто понимают, не готовы это признавать, потому что они боятся, например, удара по авторитету. А как же я буду делиться, например? Общаться буду? И вот эту вот тему я в той компании так и не смог порешать. Это был серьезный конфликт. Не знаю, может быть, у них сейчас порешалось, я был бы за них очень рад, не интересовался. Но здесь есть такой барьер для выхода компании на следующий уровень, который называется эго очень больших менеджеров. То есть его преодолеть порой бывает сложно, чтобы они как бы начали смотреть по-другому на то, что делается. И ты оттуда куда перешел? Тиньков. Тиньков. Да, добрый вечер. У меня интересная история, потому что как бы, ну, Тиньков, в принципе, старается подобные штуки сделать давно достаточно, да, там есть человек, который я бы мог назвать, Павел его зовут, там, который заносил туда эти знания. Павел занес туда меня. Я тебе вот, он тебя занес. Мне знаешь, что интересно, как бы, когда ты пришел в Тиньков, было ли какое-то ощущение, что ты попал в какую-то тусовку себе подобных, там, типа, и так, наконец, я дома. Да, у меня такое ощущение было, и там с Пашей, ну, Паша меня туда отрекомендовал, и я был этим очень горд. Там я честно могу сказать, что Паша Ахмичанов — это тот человек, который делал тот доклад, то расширение, вот там это сказал, вот тут в чате говорил, вот такой скриншот скинул, и он меня рекомендует в группу компании Тинькофф. То есть это ЧСВ, оно просто типа через крышу улетело в этот момент. Когда я пришел, я познакомился с людьми, я понял, что мне нужно будет там моя специфика в мое бизнес-подразделение нырнуть прямо с головой и задержать воздух там на год, как минимум. Но то, что есть комьюнити, у которого можно спросить, что-то поинтересоваться, и вот эта вот тема, я такого до этого не ощущал. Для меня это был первый опыт, и сейчас я вот чувствую, что да, вот там это ощущение. Поддержка, да, есть? Это есть и поддержка, и там терапия, я не знаю, если можно профессиональный термин употребить в этом плане. Очень много поддерживающих факторов, когда у тебя есть люди, похожие на тебя, которые занимаются похожими на тебя вещами, встречаются с похожими проблемами.
это кайф. И для меня, я помню, я всегда надеялся, у меня была мечта, когда я только начинал, типа, а в какой компании Пименов работает? Я вот к нему, чтобы у меня был наставник, типа, вот такой вот, и вот это вот все. И так я никогда и не попал, чтобы у меня вот был наставник, такой батя, с которым я могу прийти, спросить что-то и в этом роде. А в Тинькофф есть такие люди, с которыми можно прийти и на равных, там, может быть, не как с батей, но на равных посоветоваться, типа, а что бы ты делал? И человек тебе ответит реально то, что ты не ожидал, может быть. Смотри, Макс, складывается какое-то странное ощущение, что я живу в каком-то отдельном космосе, иногда до меня достукиваются люди, что-то спрашивают, как бы я отвечаю им, развернуто отвечаю. А они такие, а мы даже и не думали, что можно тебя спросить. Как будто, я не знаю, я где-то там какой-то существо там живущее на другой планете, я не знаю. Вот, а я вполне открытый, можно ко мне обратиться. У меня на полном серьезе была такая тема. Моя сотрудница у меня в команде работает. Мы решали проблему с процессом в sales. Мы сейчас вот как бы стараемся расширять, показать, что delivery management — это не про IT, и в том числе не про продуктовую разработку, а это, в принципе, про процесс knowledge work, вот это вот, про все вот это. Соответственно, если у вас есть там 12 руководителей группы продаж, которые занимаются интеллектуальным именно трудом, то у них существует точно такой же процесс, который можно оптимизировать, чтобы это работало лучше. И она как раз там столкнулась с проблемой, а как может выглядеть доска, а как ее сделать, чтобы она была полезной. И она ко мне приходит, мы то с ней общаемся. Кейс продаж. А? Кейс продаж. Получается. Он в формировании сейчас находится, вот полтора месяца внутри. Я думаю, что она о нем потом расскажет. Но она говорит, расскажи. Я говорю, блин, сам я в продажах, у меня там был у юристов опыт, у аналитиков, в продажах не было. Но говорю, есть там вот наше сообщество внутреннее, есть вот это. А, зайди в Kanban Talks. И там, смотри, можно прям тегнуть Пименова и у него что-нибудь спросить. Она такая, в смысле, его? Я говорю, ну да, его. Ну, типа, не ответит, в личку к нему зайди, поинтересуйся кейсами. Она такая, серьезно? Я говорю, а в чем проблема-то? Типа, спроси у Леши. Вот, но да, есть, это все закругляя, сказать, что да, есть ощущение, что ты на другой планете где-то там. В Москве, которую, как, все, кто живут в Москве, живут в Кремле. Вот ты там вот где-то находишься и типа за стеной. Какой-то очередной башни Кремля или там в подвале Кремля, но меня не докопаться, меня ФСО охраняет. Слушай, ну, а вообще, в принципе, как бы, чего удалось, ну, по крайней мере, вот в твоих кейсах в Тинькове добиться? Вот есть какие-то вещи, чтобы можно вот так было сказать, вот, вот эту штуку сделали вот так вот лучше, этот метрика снизилась вот так-то. Вот, есть чем поделиться таким? Тут всегда возникает проблема, когда ты это говоришь на камеру или на докладе, а вдруг тебя посмотрят те люди, с которыми ты работал, и придут в комментарии и скажут... Врешь! Все было не так. Все было не так. Ну, есть, есть, такой, конечно, такой есть. Риск всегда есть, но мы понимаем, что в Kanban мне это про то, кто и какой риск на себя берет. Да. Такая история. Ну, если как бы неуместно, то не рассказываем. Не, уместно вполне. Мы сейчас работаем с... У меня коллега, мой сотрудник, ты с ним знаком, твой тезка Леша Корсун. А. Вот, как... Один из самых старичков на Agile-арене. Да, он очень, как это, суперстар. Суперстар. Да. Он сейчас обидится, смотрит. Да этот, не обидится, Леша все, адекватный все. Парень, мне кажется. Ну хорошо, не, он адекватный парень, могу подтвердить, мы уже год вместе работаем, но почему про него говорю? Его очень перло и до сих пор прет тема Flight Levels. Flight Levels Academy, вот эти вот координационные, операционные, координационные, стратегические. И он сейчас это фактически делает. То есть мы стартовали когда-то работу и думали, что мы приберемся, типа, метлой там гигиенические улучшения на операционном уровне. Смотрите, операционный уровень стал теперь как красивые кубики. Раз, собрали из них координационный, а потом уже стратегический. Это вообще нифига не сработало. Когда мы начали работать на операционном, мы поняли, что мы завязнем в этом. В каждом конкретном направлении продуктовом мы будем сидеть месяцами. И когда мы будем уходить, это не будет работать системно, это всегда будет уникальный кейс. И поэтому Леша, мы с ним обсудили, и он пошел делать как раз координационный уровень. Реально, то есть вот скоординировать всех со всеми в продуктовой разработке. И этот кейс у нас сейчас выходит, получается, на посадочную полосу. Нам сейчас нужно все наше бизнес-подразделение, Тинькофф Касса, уже вот буквально к концу апреля у всех будут доски, не одинаковые, но довольно похожие, ну, понятно. С синхронизированными рабочими элементами,
с пониманием, какой рабочий элемент за что, и самое главное, ограничениями в рамках всего бизнеса. Бизнес-флоу, вообще ограничения на все продуктовые направления. И тогда мы рассчитываем, что как раз мы пройдем вот этот вот период взлета лид тайма за лето, за 3 месяца, потому что людей дофига, 250 человек, то есть там много, долго будет это закрываться, и к осени мы рассчитываем вот это вот крутое пике увидеть по лид тайму и флет какой-то, когда наконец все это станет предсказуемым. Прикольно, прикольно. И второй момент, мы раскатили очень удачно при помощи просай методик вот этих вот изменений, мы раскатили Objectives and Key Results, тоже на наше бизнес-подразделение, на Тинькофф Кассу. Мы использовали дофига этих практик, документация, инфлюенсеры, коммуникация, там вот эти какие-то метрики популярности, метрики вовлеченности. Все вот это вот, оно дало отличный результат, и мы сейчас очень часто делимся экспертизой с коллегами из других бизнес-подразделений, и Окра сейчас, вот ему будет год, мы сейчас собираем первые успехи, мы поняли, что для нас год, это все-таки не как там в книгах написано, пока что мы еще не можем увидеть реальных системных изменений на рубеже года, это где-то, наверное, полтора будет все-таки к концу 23-го года, но сейчас мы уже собираем первые успехи, люди начали друг с другом общаться здесь, люди перестали там воевать здесь. Самое прекрасное для меня было чекин, буквально вот недавно был, пару недель назад у нас, финальный чекин первого квартала, первого. Соответственно, и там тимлид кор команды выступает с целями, которые они ставили на первый квартал, и с целями на второй, и практически ничего не говорит, исходя из там кор каких-то терминологии, а говорит, исходя из того, что он владелец продукта, у него есть кор продукт, который он поставляет, и у него есть пользователи, это разработчики, и он хочет сделать этот продукт лучше. А я был шокирован не тем, не потому что я там от него не ожидал, он классный парень, но это просто то, о чем обычно читаешь в книге про Agile. Типа, вот у нас вот стало вот так вот. А здесь я вижу живого человека, который просто вот так вот на это теперь смотрит. И мы потом синкались с другими руководителями по бизнес-линии, и такие, типа, вы слышали вообще? То есть дискурс меняется. А люди, которые занимались чем-то отдельным, какими-то вопросами проводок финансовых и всего остального, они говорят, что они должны быстрее обрабатывать запросы, потому что они не хотят быть ботлнеком на пути развития бизнеса. И они это делают реально, они достигают крутых результатов. Все начинают вот этим вот заниматься. И вот этот вот окр, который у нас получилось показать людям, что он для людей, а не про фреймворк, это действительно круто, так что вот из кейсов два. Вот эти флайт-левелы и окр. А у меня такой еще вопрос, наверное, как это, может быть, даже последний. Есть ли какое-то кросс-опыление? Потому что Тинькофф — это большая история, то есть Тинькофф касса, Тинькофф инвестиции, Тинькофф путешествия. Вот как и, ну, специалисты по канбан-методу в разных бывают вещах. Вот этот вот главный вампир Паша Ахметчанов, он же, по-моему, в инвестициях был. Или нет? Он сейчас за внутренний продукт отвечает. Его коллега Юля на Flow Days рассказывала про измерилку TeamMeter. Ну вот это кросс-опыление наше... между подразделениями происходит каким-то образом? Вы общаетесь, делитесь там? Мы делимся. Как? Ты Пашу привлек не через Пашу Ахметчанова, то есть у нас нет такого, что как бы все через него общаются. Да-да-да. Сообщество, оно больше горизонтальное. Да, люди делятся. Мы, например, постоянно свои какие-то успехи и провалы подсвечиваем вот внутри сообщества. У вас же вообще своя конференция есть на этот счет. Я же даже забыл. Да. Ну, но кросс-опыление внутри, короче, оно работает, когда люди делятся. Делятся не все, не всегда, но часто бывает вот это то, что называется осмотическое общение. Ты приходишь просто там на кофе-брейк какой-то, общаешься, говоришь, у нас вот это, и узнаешь, что другим людям это очень полезно, скидываешь им какую-то свою документацию, что-то еще, это на постоянке есть. Мы всегда стараемся подсветить наши успехи, наши провалы, вот эти вот истории в чат куда-то закинуть, что смотрите, там новая документация появилась, вот эта история. Смотрите, там видос-доклад мы записали, что-то еще сделали. Много разных приколов, которые стараемся вытащить. Другие люди часто так делают. И в целом, от чего я больше всего кайфую, во внутренних сообществах, во внешних можно задать вопрос, спросить, как вы это делаете, я не понимаю, что это такое, у кого был такой опыт. Чем сообщество внутри компании лучше, чем внешнее, потому что внутри у всех общие NDA, тебе покажут доску, тебе покажут конкретно, как проходит. На митинг вот пригласят. Это. На митинг пригласят, это вообще, то есть бомба. У нас вчера оказалось, что есть эксперт, как мне объяснили, по ТДД, есть, говорят, две школы ТДД, американская, Кент Бек, и какая-то вот лондонская отдельная, не помню, как там называется человек.
И у нас есть человек в Тинькофф, который занимался ТДД, и вот этот вот чувак из Лондона, он был то ли его руководителем прямым, то ли проект-менеджером, то ли просто рядом работал в той же организации. Человек фактически вот касался типа вот этого вот. Теперь можно с ним здороваться за руку и руку не мыть потом. Да-да-да, и руку не мыть, и я говорю, блин, вы молчали об этом? То есть я сразу же к своим чувакам притащил, я говорю, так, смотрите, вот в этом подразделении есть вот такой чувак, вот его этот, несите к нам Technical Excellence, будем качать. То есть кросс-опыление, оно такое, конечно... Ну и плюс у вас еще есть своя конференция. Да-да-да-да, конфа есть, надо это... С внутренними докладами. Ну и, наверное, под завершение немножко надо поковыряться в грязном белье. Там у каждого консультанта, у каждого менеджера есть маленькое кладбище его проектов. Какой-нибудь факап расскажи. И чему ты научился на нем? Смотри, я расскажу тебе два факапа. Раз мы говорили про сообщество внутри и про Тинькофф Кассу отдельно, я расскажу вот два факапа. Большой довольно факап в сообществе, когда мы пытаемся друг с другом взаимодействовать по некоторым проектам. Это вот как сапожник без сапог бывает. Типа, нас тут 10 delivery менеджеров, кто будет фасилитировать встречу? Вот это вот такие истории, они возникают часто. И получается, что как будто ты всегда готов, знаешь, как у Дэниела Канемана было написано, что люди, которые идут на тренировку в спортзал, поднимаются на эскалаторе. Почему вы поднимаетесь на эскалаторе? Вы же должны подняться по лестнице, вы же идете тренироваться. Люди, то есть в разных контекстах используют разные инструменты. И получается, delivery менеджер в контексте «я учу свои команды», он все использует, вот фасилитатор, ретроспективу проведу, это я умный, менеджмент изменений. Когда он общается с другими delivery-менеджерами, для него это другой контекст. Он такой, типа, все, у меня лапки. Я, то есть, не знаю, почему. У нас у встречи нет там фоллоуап, у нас встреча прошла бессмысленно. И вот этот вот факап, я, может быть, я требовательный человек, но вот я часто сталкивался, когда мы пытались что-то сделать, и мне хотелось, как вот это, в меме просто, типа, перевернуть стол и сказать, типа, что происходит, пацаны, давайте серьезно, давайте это сделаем. К счастью, это не постоянная ситуация, она случается, и там я готов на себя ответственность взять, сказать, что там иногда я там токсичный мальчик, но общая идея, что вот в сообществе... Душный, да-да-да, типа этот, как она... Вот. Это факап вот этого горизонтального сообщества, в котором тебя не заставляют присутствовать, в нем труднее видеть ответственность за вот эту вот всю историю. И факап в Тинькофф Кассе, который был сейчас, дай мне полсекунды какой-нибудь, чтобы пожирнее рассказать, что у нас. У нас были факапы нас, работы как менеджеров изменений. Мы, опять же, вот сапожник без сапог, опять разные контексты. Когда ты менеджер изменений, ты говоришь, команды, вы перегружены, разгрузитесь. Почему вы не разгружаетесь? Нас четверо сейчас, я тимлид и три моих сотрудника. Я говорил, что у нас есть там окор, у нас есть какие-то флайт-левелы, какие-то улучшения, у нас есть радар практик, которые мы там раскатываем, чтобы у всех примерно одинаковые практики были. Что происходит, когда три delivery менеджера общаются с одной и той же командой одновременно? Команда не может понять, вы у вас там как, мозг тоже общий на всех, типа у каждого одна треть осталась или что? Почему в один и тот же день три человека разных ко мне приходят и говорят со мной на разные темы? Это выглядит как шизофрения. Вы вот delivery менеджеры, договоритесь с собой, пожалуйста. И мы, для нас это было осознание, что вот я говорил там про владельца продукта, который процесс, типа изменения, гипотезы, и вот там вот это вот как бы такой подход. Мы поняли, что наши изменения — это тоже интеллектуальный труд. И когда изменений становится дофига, у них точно так же растет lead time на интеграцию, на приживаемость и вот на это все. А не только lead time, но, к сожалению, мы перегреваем команды, мы продуктовые направления целые, и люди просто говорят, нет, мы не будем это делать, мы не можем. Да, хорошо, нам CTO сказал, но имейте совесть, у нас есть своя работа, и вы еще одновременно три изменения у нас в команде делаете. И вы разные люди, то есть вы типа друг с другом не синхронизированы. Что происходит? Пожалуйста, скажите. А для нас это был... Я собирал фидбэк специально, ходил через год после начала своей работы, чтобы понять, как мы вообще перформим. И это был ключевой фидбэк, что мы откровенно просасываем по синхронизации. Нас стало вот трое, и мы попали в ту же самую ловушку, когда в команде становится больше людей в любой команде, разработчиков или аналитиков. Мы стали рассинхронизированы, и мы начали брать на себя больше работы и из-за этого факапиться. Для нас это был инсайт, типа...
надо есть, типа, как вот это, ешь свою собачью еду. Если мы говорим другим, визуализируйте, сокращайте одновременную работу, планируйте, не перегружайте, ну, пришло время, как бы, взять эту тарелку и съесть кашу самим. Вот это вот был наш крупнейший факап. Мы много, я скажу, даже десятки людей мы таким образом перегрели. Им было очень тяжело из-за того, что мы просто не договорились вот вчетвером, как нам правильно работать. А для нас это был очень серьезный этап взросления и реальный факап, ну, потому что вот действительно, мы это продвигаем, но сами так не действуем. Для нас это было супер неочевидно. Благодаря людям и в обратной связи мы это осознали. Потрясающий рассказ, Макс. Я его ни разу не слышал от начала до конца, и тем более с такими как бы деталями, потому что, ну, сколько мы знакомы, это, в принципе, уже больше, наверное, 5 лет, я думаю. Это точно. Вот. Было интересно и увлекательно. Надеюсь, так не только мне, но и нашим зрителям. По сути, большое спасибо, что приехал, потому что Макс приехал к нам из Питера. Как говорится, да, издалека увидел Москву, там, соответственно, приехал. Вот, и поучаствовал в этой истории всей. Приглашай на события в Тинькофф, мы будем приглашать тебя на наши события, может, еще какие-то видео запишем, делитесь опытом, делитесь знаниями. Все должно быть хорошо. Вот, а как бы... Очень хочется еще помочь вам, соответственно, найти хороших delivery-менеджеров. Есть какая-нибудь у вас ссылочка, мы ее, наверное, в описании Да, предоставим. Разместим. Вот, хорошим людям хорошую работу. Спасибо тебе еще раз большое. Спасибо, что позвал. Да, смотрите наши видео, ждите нового интервью.